выплеснул? Нет. Я вот тут собираюсь. Когда? Я еще работаю. Сюда. Мы приняли детский кабинет. Большой кнопки. Нам там не понравилось. Я не буду вспоминать, там что-то короче понравилось. После этого решили туда идти в компьютер. Дома. Нет. Слушай, неудачно получилось. Надо нам дальше. При турнире. Это очень круто. Это у вас получилось неудачно. Добрый день, уважаемые болельщики. Матч межрегиональной футбольной лиги «Золотой кольцо» встречается команда «Князь Владимир», город Владимир, «Перестал», город Радуша. Номер 5 Алехин Александр. Номер 6 Халид Данилов. Номер 7 Пантелеев Игорь. Номер 8 Кашикак Игорь. Номер 10 Адымов Андрей. Номер 11 Киросян Давид. Номер 13 Мишин Евгений. Номер 15 Татарин Илья. Номер 19 Рядов Илья. Номер 20 Антонов Сергей. Кристалл, город Радужный, футболки желтые, кепки черные. Номер 1, Поляков Николай. Номер 23, Геоцентр Клеп. Номер 8, Коровский Сергей. Номер 17, Бурыков Иван. Номер 9, Светлов Питание. Номер 11, Розоров Перед. Номер 14, Сергуков Александр. Номер 13, Ухов Данишин. Номер 7, Чайка Олег. А тут еще кто-то может забить? Ну как же? Каждый второй звезда. Ты имеешь в виду глупо? И их тоже. У них каждый первый. Проводим. Мы тренеры, такие вещи, чтобы не собирать.
Павлович всегда заставлял до последнего круга всегда договориться. А ворона так вообще делает. Если вы не договоритесь, и вам поражение, и вам поражение. Мемуары? Из раннего. Собрать школа аферизма. И это уже не первый год. Ему говорят, ну ты прими решение. Хотя бы до такого-то числа принести матч. Ну, не так уже знаю. И я всем говорю. Всегда, всегда что я сторонник Антона. Но после него некоторые группы, я уже рассказывал тебе, что у меня с ним произошло. Что такого за 30 лет не было со мной ни с одним директором спортивного. То, что он не успел. Ну как, там дьяволы там получили время с словами, он совсем не становится. Это же с вами, Андрея, ты точно так же, как и с тобой. Thank you.
Вот они, ваши люди в голубом. Вот-вот-вот. Я просто... Ты с ними ел с одного стола. Я просто билет купил, увидел. Пирожные. Мармеладом заел. Ну тут правда волейбольный судья, да? Очень похож. Это же вышит крышка, которая взорвет. Это самое, она может рухнуть. Вообще какой-то этот, что-то... Конечно. А этот, смотри, а это чесноком, да? Да. А там вот это еще этот, как его, два брата-то играют, да? Вот стоит который. Вот стоит слева. Слева. Вот, вот их, два брата же. Возьми картину. Нет, этот он из гуся, по-моему. Вот этот, другой. Стоит четвертый. Главное, чтобы они меня знали. Чтобы меня знали. Сейчас его много, мне смысла покажет. Он спокойно сейчас за ноги. Он еще ноги запривить.
ну что, расслаблен. Расслаблен. Если это дорого так играет, вы их жизнь выигрывают, это расслабляет. Нормально, чтобы догонять. Передача «Газировича» «Разряд» работа команды «Смерть» «Владимирович» «Разряд» номер 50 и 27-й команда «Предстал» 6-2-1. Князь Владимир, третий пункт. Я бы еще за него проголосовал. Хотя он никогда ни в какие ворота не лезет. Ну, Валя, не тебя, сидит у меня.
Фалин, Фалин, Фалин. Передача Данила Кальна. Мяч в руках команды «Кристалл» забил Александр Алёхин, номер 5, команда «Мяч Владимир». 6-2, 6-2. Да, да, да.
Предупреждение получил Жонатан Андрей, номер 10, команда «Князь Владимир». Она должна была принести комплект документации. Сегодня очень интересный турнир. Студионы под паркеты говорят, Михаил Глухов проводит. Да. Нет, мужской. Там дети, по-моему, какие-то, какого-то возраста. Из очень многих людей приехали городов. Да, Глухов. Спасибо.
автобусе. В одни ворота. Там ну, девчушка что-то. Пользу принять. Не меньше.
Не больше. Нет, я потому что минимум 3-2, то и 4. Хреновый правильный. Расслабься. Мне кажется, там будет. Нет, не мимо, но все равно клюнул. Хорошо. Поздно, если что, не поздно. Васяна в отставку. Всех в отставку. Все слышал. Хотя поглядел сразу. Здравствуйте. Передача родного Кирилла. Матч в ворота команды «Князь Родина». Владимир Смирнов Питали, номер 9, команда «Крикса». 16-3-2. Давай! 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 Дав
передачи для Новоскари. Мяч в ворота команды «Крестал» забил Александр Алешин на «Новоске». Забьет!
Thank you.